Мы провели съемку в здании бывшего Петрозаводского речного училища, а ныне в филиале Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова. В бытность службы Макарова император Александр III сказал: «У России только два союзника – армия и флот». И сегодня некогда знаменитый флот Карелии потихоньку начинает возрождение. В бывшем речном училище состоялась презентация музея, посвященного флоту Карелии и знаменитому БОПу. Сегодня у нас здесь и ветераны, и представители республики. Мы как раз обсуждаем важность и значимость именно этого музея для всей республики, потому что, конечно, Беломорско-Онежское пароходство, оно всегда было значимым и для всей страны, и поэтому возрождение такого музея я лично считаю очень важным. Караул студентов Госуниверситета приветствовал первого заместителя образования и спорта Республики Карелия Наталью Владимировну Кармазину. Личный состав филиала для торжественного мероприятия построен. Начальник отдела воспитательной работы Власов. Здравия желаю, товарищ первый заместитель министра образования и спорта Республики Карелия. Вольно! Мы понимаем, что будущее есть там, где сохраняется прошлое. И уроки истории говорят о том, как только мы забываем прошлое, мы лишаемся нормального будущего. И вот сегодня действительно это шаг в сохранении истории не только отдельно взятого, уж извините, речного училища, как мы привыкли его называть, да? Это сохранение истории города, ведь вся история города, она тесно связана с развитием флота. Вы здесь находитесь не просто как депутат, вам сегодня передали награду, которую вы как внучка, я так понимаю, получили за своего дедушку, да? Объясните вот, пожалуйста, эту историю. Безусловно, мое личное участие еще связано с тем, что мой дедушка Васильев Евгений Олегович 17 лет был начальником пароходства и как раз-таки и развивал, и в том числе и речное училище, и в целом пароходство. То есть это очень такие знаковые даты, 17 лет, и сегодня как раз мне удостоена честь от моей семьи принять эту награду за заслуги перед развитием Карелии, да, за моего дедушку, которую я тоже передам в музей. Депутат Петросовета Елизавета Васильева уже на протяжении долгого времени руководит музеем воинской славы, находящимся в здании мэрии Петрозаводска. И у нас нет сомнений, что под ее патронажем музей знаменитого БОПа обретет полноценную жизнь. Остается только пожелать, что ей удастся найти спонсоров, ведь пока все существует на энтузиазме нескольких человек.